Да. Это то же самое, как королева. Потому что мы сегодня смотрели с Матвеем. 1 числа аэропорт в Краснодаре открывает. Я зайка на телек вместе. Пойдем, иди сюда. Зеленую бери. Я отвечаю, я не готов сегодня. Конечно, ты с нами. Я тоже не готов. Кто у нас? Скажи. Нам еще нужен один человек. Давай тоже, не надо. Лицо. Зачем нам 32 килограмма в защите? Не, наоборот. Кто? Ты вчера сильно ревал, сказал что-то. Я стою. Я вижу, что ты стоишь. Все мяч наверх, Данил, все мяч наверх, но идем пешком. Пешком или душой? Иди вперед. Два, три, мяч наверх. Хоп! Идем. Давай! Зеленые, поехали, зеленые. Хорош! Дантом! Одну отставила. Где? Нужно идти на квадрат. Окей? Говорит. Смотри. Окей? А правила можно? Да? А правила можно? Прощение, смотри. Говори. Нужно идти. Мы здесь стоим, что нам занимать? Я оранжевый и синий сюда иду. Yeah. Вы не поменяли квадрат? Только оранжевый. И вы не поменяли. Нет, все команды идите, сейчас будете менять. Ивака, надо занять. Осторожно. Можно? Забивай! Хорош, 1-0! 1-0, давай! Давай, иди, Глеб! Давай, Глеб! Тебе спауса, идем!
Хорош, Антон! Хорош, Матвей! Хочешь подправлю, не? Да ниже покати. Хорош, Иви! Хорош! Ну! Хорош! Да. А если ты убиваешь других человек, ну, других людей, ты забираешь у них твой лут и относишь обратно убежище. То есть постепенно у тебя убежище копится много брони. Что там есть эти квесты? Грубо говоря, ты заходишь каждый раз, и у тебя в сейфе все то, что ты до этого сделал, все лежит. Ну, то, что ты накопил, у тебя лежит, да. Потому что ты, если ты умираешь в рейде, у тебя пропадает все это. А то, что ты вынесешь. Грубо говоря, ты создаешь команду, грубо говоря, да? Ну, или типа как? Да, там пати такое. Максимум 5 человек. Восстановление спокойное. Обед. Ну да, хуй будет вообще куда-то.